Покажу этот момент по особым делам, разбросить сразу. Я вам сообщаю, что в отношении вас возможно уголовное дело по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации «Получение взятки». Вот. Сейчас мы будем проводить в этом кабинете обыск, о чем вам будет объявлено постановление, вы за мной ознакомитесь. И достаточно, что у вас из-за этого находится.